Всем привет, меня зовут Макс Прайм, сегодня я расскажу вам, насколько фермеры зарабатывают, стоит ли туда идти. По мне, если вы найдете работу дополнительно, потому что фермеры только как там летом, зима, весной засеивают, лето немножко засеивают на начале, там до 30 июня, посредине лета ждет, зима, весна, лето, осень, а осенью собирают. Ну там до зимы можно собрать, если там поздно. Это если прям такие сроки. Ну или же можно по-умному. Смотрите, значит, зима отдыхает, осень засевает там в конце осени, там посредине осени. А, да, может посредине осени, а потом он уходит в отпуск или на работу вторую. Потом приходит обратно сюда. Получается, где-то летом, в конце лета, получается, у него 2 месяца, 3 месяца отдыхает. 4-5 можно отдохнуть, если все рассчитать. Я не фермер, поэтому я не могу рассчитать. Но попробую фермер. Поэтому лайк, подписка, я стану фермером. И посчитаю для того, чтобы все вошли в бизнес фермерский. Все так могут. Но нужно потрудиться, посчитать. Потому что математика фермера любит. Считать тонны, продавая или сдавая, или магазин открыть свой, там продавать фрукты, бизнес вообще будет летать. Наверное, да. Или Европу давать, тоже хорошо бабки получим. Или вообще США. В Китае нормальная экономика. Да, в Китае нормальная экономика. У них там все есть, им не надо ничего. Да, Китай нормальная экономика. У нас такого нет. В Украине такого нет. В России такого нет. Украина хочет Европу, чтобы было дорогое все. Вот она пошла туда. Ну, идет, да, еще. Получается такой вот фермерский бизнес. Если хотите, чтобы я это все полностью изучил, все рассчитал, подписка, лайк. Вроде бы я вам сказал. Главное, что можно вторую работу нанять себе. Физическую. Можно моральную. Можно что угодно. Ютуберские ролики. Тем более, каждую зиму там доходность на тебе растет. Я попробую, наверное, такую тему замутить. Я думаю, там ютуберы не рассекретят мою тему. Я буду первым ютубером, кто будет еще фермером будет. Ну, там есть ютуберы, которые фермером, но не занимаются целиком, но знают. Но не все знают. А я все буду знать. Вперед, я заработаю больше, чем они. И я буду лучше, чем они. Это будет круто. Будьте тоже таким, или будьте по-другому, если не можете быть ютубером. Я не снимал ролик про ютубера, как с ютубером, как проявили страх, а то НТП. Вроде бы записывал как-то. Ну, найдете, в общем, там, на канале можно найти. Всем удачи и добра!